В Амуре уже неделю топит детскую площадку и мусорные контейнеры. Коммунальная авария на улице 30-я Северная произошла 30 мая. С тех пор из-под земли бежит холодная вода. В минувшие выходные ситуация стала критической. К санитарной площадке не подобраться. Вода дошла до дороги. По словам местных жителей, в Омск-водоканал они обращались неоднократно. В субботу здесь уже был фонтан, часть дорожки разрушена. Водоканал приехал в воскресенье, 4 июня, хотя порыв произошел 30 мая. Они огородили место порыва, прокопали траншею в колодец, на этом все закончилось. Амичи опубликовали видео порыва в социальных сетях. После этого на ситуацию отреагировали в мэрии. Повреждения обещали устранить до 5 июня включительно. Правда, наша съемочная группа ремонтную бригаду на месте не застала.